Нуждающиеся в жилье актюбинцы обрели крышу над головой. В канун Дня независимости глава региона Ондасын Уразалин вручил ключи от квартир социально уязвимым слоям населения, очередникам местного исполнительного органа. В общей сложности новоселами стали 88 семей в жилом массиве Каргала в доме номер 35Н. Актюбинка Лилия Нуртазина навсегда запомнит этот канун Дня независимости. Именно в преддверии главного праздника страны мать-одиночка стала владельцем собственной квартиры. Женщина работает на заводе и сама воспитывает 15-летнюю дочь. Собственную крышу над головой Лилия обрела по категории «неполная семья». С 2007 года стою на очереди на квартиру. Вот получила ее, светлая, теплая, как раз на празднике. Для меня тоже это хороший большой праздник, тем более теперь в квартире будем. Спасибо большое нашему акиму. Владельцами квартир стали семьи по различным категориям. Они стоят на учете как лица, нуждающиеся в жилье. Собственную крышу над головой обрели инвалиды, семьи, воспитывающие детей с ограниченными возможностями, пенсионеры по возрасту, неполные семьи. Мемлекет башысын тікелей тапсырмасымен. Глава государства ставит задачу, чтобы как можно больше казахстанских семей обрели крышу над головой. И в направлении обеспечения жильем в регионе проводится большая работа. Сейчас по области 31 тысяча человек стоит в очереди на квартиры. Из них 24 тысячи в городе Актобе. Для решения этих вопросов успешно действует ряд государственных программ. Хочу вас поздравить со столь знаменательным днем. К слову, жилье социально уязвимым слоям населения предоставляется по 6 категориям. Сейчас квартиры выделяют очередникам 2006 года. К примеру, по категории участники Великой Отечественной войны, там людей нет у нас. Если человек стал, они получают вне очереди. По категории детям-сиротам у нас очередники состоят с 2006 года. По категории многодетной матери очередники состоят сейчас уже с 2009-2010 года. То есть данная очередность быстро продвигается. По категории социально уязвимые слои населения с 2006 года стоят люди. Необходимо отметить, что всего в текущем году сдается в эксплуатацию 4 девятиэтажных жилых дома на 1999 квартир и 21 малоэтажный жилой дом. К слову, 797 квартир уже выдано по программе 7-20-25, по которой Актобе занимает третье место в республике, вслед за городами Нур-Султан и Алматы. Николай Сырбов, Армандус Магомбетов, телеканал Актобе.